Всем добра и счастья, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистера Момент One, а это начало прохождения игры под названием Little Nightmares 2. Почему я выбрал эту игру на текущий период времени? Да, потому что как бы осень, да, середина октября, и как раз мне кажется, что атмосфера здесь такая вот немножечко осенняя. Ну, такая, знаете, угрюмая, мрачная, пасмурная, туманная и все в этом духе. Плюс я проходил первую часть, если вы не видели, можете найти плейлист. Проходил первую часть и все DLC к ней проходил. Так что, если вам любопытно, то гляньте прохождение и той игры тоже. Ну, а мы, собственно, тянуть не будем. Желаю вам приятного просмотра. Не забывайте про лайк и комментарии, а также подписку на канал. Поддерживайте Telegram, группу ВК и Boosty по возможности. Настройки я уже все совершил, поэтому давайте нажмем «Новая игра». Сохранение. Выбора сложности, я так понял, нету, да? Никаких здесь кошмар, не кошмар, ничего нету. Ладно. Хорошо. Значит, тут по дефолту средняя. Мрачный-мрачный коридор. А в конце дверь. Я, если что, не все детали из первой части помню. Помню, что мы играли за девочку, вроде как ее звали Шестая. В таком желтом комбинезоне. А тут мы играем за другого персонажа, получается. Человек-паук из Фантастической четверки, только уменьшенный. Графенчик, мое почтение, подтянули довольно сильно. Ну, то есть, тут стилистика в любом случае, ну, графон как бы не выжмешь, не покажешь, но вот я как минимум смотрю на траву и вижу, что детализация очень классная. Ага, сейчас будем разбираться в управлении, потому что я играю с клавомыши, там вроде был совет подключите геймпад, но я, если что, на геймпаде тот еще игрок. Не хочу позориться. Так, вдаль я могу бежать. Ну, сколько-то могу пробежать, и все, понял. Значит, нам, скорее всего, вправо. А вот эта коробочка желтая, она интерактивная, нет? Ну, я надеюсь, подсказки будет. Сейчас я вот прям немножечко гляну, есть тут какие-нибудь подсказки. Управление. Спасибо. Назначение клавиш. Вверх, влево, вниз, вправо. Так, это понятно. Бежать, shift, понятно. Присесть, понятно. Фонарик, пульт, E. Взгляд вверх, ага. Прыгнуть, бросить, атаковать. Все на пробел. Схватить левой кнопкой. Показать Q. Ну, пул не очень большой, я думаю, заучим, и будет у нас все с вами замечательно. На Е пока не работает. А вот на Q он что-то говорит. Эй! Лайк поставь! Эй! Ха-хай! Так, хорошо. Я еще хотел зайти вот сюда. Главные уборы. А, это что-то типа вроде коллекционки. Ну давайте будет в этом бегать, чё б нет. На левую кнопку мыши хватать. Угу. Вот он типа побежал, смотри какой. Ага, вот кубик можно брать и тащить. А так бросить. Чё-то мне прям этот трай начинает напоминать. Ну да ладно. По-любому вначале что-то можно сделать, что не предусмотрено. Допустим, разбить телевизор. Нет? Ты, блин. Зачем ты перебрасываешь? Ладно, возьму кубик с собой. Возможно, им можно как-то защищаться. Не знаю. Просто эксперименты. Единственный предмет, который можно взять, логично, что его нужно взять. А возможно, он по сюжету сейчас пригодится.
Так. Там какой-то трупец. Мистер трупец. А музыки никакой нет шлифоновой? Получается чисто эмбиент. Пока что не очень понятно, куда двигаться дальше. Неужели мне в темноту надо бежать? Мне кажется, здесь ограничения все-таки. Ну, да. Как-то справа можно забежать, но я что-то тропы не вижу. Камера не поворачивается, и, собственно... А, ну можно как-то стрелками, да? Ну, она просто не разворачивает, а просто немножко делает угол другой, но... В целом, ладно. Эй, ты, блядь. Наверное, просто надо перепрыгнуть. Почему ты не хочешь заходить? А, подъем вот здесь. Понял. Ну вообще должен перебросить он. Ты что делаешь? Ты чё? Я даже краю не подошел, ты уже скинул. Не тупи, пожалуйста. Отлично. Мне аж подсказку уже дали, типа, ты чё тупишь-то здесь? Опа! Все, кубик мой, никому не отдам. Мой кубик. Мой, сука, кубик. Это можно открыть? Ага. Крупный план, отлично. Может, что-то на превью пойдет. Чтобы еще подсветить бы тебя. У меня теперь ботинок есть, ёптать. Три ботинка есть. А я могу покататься на трупах, на их ногах? Да! Он просто болтает ногами, он ничего не делает. Не, ну прикольно. Может, можно раскачать? Не понимаю. А зачем тогда дали эту возможность? А, и с другую ногу можно цепляться? Не, ну это кайф, чё. Не, я с кубиком все, до конца. По-любому какую-то ачивку за него должны дать.
Ботинки не так интересно, а кубик, блин, на кубик-то и встать можно. Так, 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 спокойно, 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 спокойно. Опа. Есть. Отлично. Без... Ты что делаешь? Так хорошо все пошло, я только тебя хвалить начал, а ты уже меня подводишь. Не кажется, или тут разработчики просто решили угарнуть? Он просто катится отсюда, и все. Почему? О! Встал. Так, ну это, конечно, ловушка на лоха. Можно обойти сверху? Нельзя. Ну, тогда надо перепрыгивать. Ага. Блин, а ты чё, не этот? А. Бля, можно было спереди обойти. Ладно. Ну, можно камера немножечко обзор делать, то есть она не совсем центрованная. Это хорошо. Какие-то пазлики. Это можно толкать. Да? Хорошо. Это можно толкать. И получается, подтащить можно к этой стенке. Все понял. Такие головоломки решаем на раз-два. Вообще. На изич. Мы же гении с вами. Ну, конечно, знаешь, напрягает атмосфера, что нет никакого, вот, никакой музыки. Даже какого-то эмбиента минимального нету и прям это... Так, ладно. А насколько можно максимально сдвинуть? Вот, вплотную. Правильно, вплотную. Просто чтобы он больше не за ящик не заваливался. Вот где-то я напротив него. Кидаю. Нет, не попал. Это будет сложнее, чем я думал. Ты что ж ты, блядь, творишь? Господи. Почему ты не можешь залезать с кубиком, а? Ну почему? А, то есть тут никаких ограничений, собственно, нету. Не, ну линии есть, я это вижу. Может, сейчас получится по этой линии закинуть так, чтобы кубик не завалился. Если честно, я не читал, я не знаю, что это дает. И вообще, что-то это даст или нет. Ага. Ты чё творишь? Такое ощущение, что он что-то задевает.
Нет! Отлично. Не, короче, не получается, ребята. Я не знаю, как закинуть. Походу, мы сейчас с кубиком будем прощаться. Мы так долго с ним прошли, но... Увы. А его можно было развернуть вот так? Чё ж вы раньше-то молчали, ёптать. Только я не знаю, я теперь смогу закинуть или нет. Так, ладно, давай поближе в этот край. Ага. Профит! Не прошло и года. Что-то напоминает он мне почтальона, да? А чё, в смысле? А чё, я кубик больше не достану, что ли? Бля. Сука, я так запаривался с этим кубиком, думал, его можно донести. Но тут вроде обхода нет вообще. Давай, топи! Буратинка. Ну и все, нас кубик отняли, наш. Я вообще не знаю, там можно было что-то с ним сделать дальше или нет. Камень не хочешь взять? Камень бы потащили. Ну ладно, как хочешь. Дело твое. Ну, я пытался что-то там придумать. Ага, петля. Ну, на петле будем сейчас скакать. Допустим. Очень интересно, а как я должен забираться? Ну, мне точно надо рычаг крутить что-то там. Ну, здесь тупик. Может, надо было раньше подняться с левой стороны? Типа вот по бревну? Ну да? Давай, давай. Молодец. Ну. Все, понял. Так, нужно, короче, шифтануть. И прыгануть. И вот так, оба. Чётенько. Ну, пока что-то типа вроде обучения, никаких проблем не возникает. Но и боевку должны нам вкатить, чтобы мы поняли. Не, я такое не осилю, вы что, гоните, что ли? А чё я должен был сделать? Wake up, man. Спуститься по веревке?
Пун. А это как лестницу используют, так что ли? Хорошо. А где шляпки-то дополнительно искать? Какое-то говнище лежит. Я буду ботинок таскать. Бархатную тяжку. Так, ну это у нас 100% ловушка. Я понял, для чего тут всякие ботинки-кубики нужны. Ну кубик, наверное, какой-то особенный был. А вот ботинки, да. Чтобы обезвреживать ловушки. Ага, капкан. Ну, можно обойти же, да? Чё, посмотрим по приколу, как он это... Как он работает. Ну, жескача особо нету. Я думал, что здесь как-то там, знаешь, там разлетаться на две половинки будет или типа того. Но нет. Просто есть какая-то анимация. Довольно безобидная. Хотя атмосфера игры располагает к тому, чтобы здесь немножечко жести накинули. Ага. А, вот тебе и первое оружие. На-на. Ой, блядь, зашибу сейчас. А можно? Или я не смогу это обойти? Ну подожди, я по-любому смогу обойти, если я... А я уже не могу. Бля... Если бы я ботинок, короче, докидал бы сюда. Если бы я ботинок докидал, то можно было бы обезвредить ботинком, а палку как оружие взять. Но, походу, так заскриптовано, что да. Я просто думал, сейчас будем драться уже, но... Ну, получается, что вот так. Ладно. Ну, тут еще одну палку дают. Это же хорошо. Он мне напоминает, знаешь кого? Этого чувака из Silent Hill, который вот так вот меч огромный нес. Пирамидоголовый, помнишь? Такой здоровый, он тоже меч вот так вот тащил, короче, потому что он был... Ёптать. Ну, короче, ты понял. Так, хорошо. Почему сюда не могу? Почему не дерешься? Тут же были еще. Ага, красиво. Собаки. Подловили. Я думал, там больше нет капканов. А я могу еще как-то что-то сделать здесь или нет? А капканы сами я могу брать? Блин, нет. Угу. Шишки, 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 шишки. Я понял. Нет, не докатился. Thank you.
Да почему не срабатываешь ты, зараза? Ну ладно, отсюда давай попробуй кинуть. Две шишки уже лежит нормально. А я не дурно метаю каштаны, да, как говорится. Вот тут еще один, я вижу, вроде капкан. Вот зубья вроде торчат его. Значит, никак попасть не могу по нему. Ну, все кидает не туда и не туда. А, тут еще и спавнится бесконечно. Прикольно. По-моему, здесь капкан вот. А, нет, не сработал. Ладно. Так, еще один вижу. Наверное. Ага. Хорошо. А как же мне так сделать, чтобы кинуть туда? Или я не смогу тут обезвредить никак? И мне, типа, нужно будет прыгать просто. Бля. Ну, давайте по дереву попробуем пойти. Вот тут что-то такое я и представлял, что будет... Но в целом обучение прошло неплохо. Мы все с вами поняли, все механики А тут кто-то живет. Давайте вызовем, что ли, его? Или мне прям к челу, в смысле, надо? Походу, прям туда надо. Да, это миленькие хаты, которые... Сейчас выйдет. Чайник закипает, он на чайник выйдет. Паскуда. Тут начинается напряженность. Просто думаю, на превью бы срезать как. Ну, может, какие-то катсцены сейчас будут. Нельзя открыть?
Закрыто. Закрыто. Только одна дверь остается. О, еще и в подвал идем. Отлично. Тесачок. Ломать, что ли, надо кидать? Ну, что-то не такая тяжелая тема. А как? Ага. Топор. Давай. Отлично. Я так понял, это шестая как раз, да? Бля, он такой жесткий с топором. Сейчас еще больше на Silent Hill похож. На пирамиды голового. А тут уже сияние сейчас начнется. Эй, блядь, иди сюда. Отдай свою душу. Ну вот, в принципе, катсценка. Здесь, наверное, превьюшечку срежу. А где ее комбез желтый? Ты че творишь-то? Я спасать вроде как тебя пришел. Ну да, с топором. Ну а че теперь? Так, она здесь, короче, была очень долго, смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять на пять, 45. Полтора месяца минимум. А зачем такое маленькое существо большому человеку? Любопытно. Может, можно взять? Наверное, по лестнице не дадут топор затащить. А бросить, закинуть нельзя? Ладно. Сейчас какой движ начнется. Это, конечно, жестко. Но они же не настоящие, это типа манекены. Ну, какие-то немножечко мясные манекены, но... Да... Little Nightmares. А? Ты чё творишь? Ты
Так, сохранение, если что, было. Наверное, сейчас будем скоро заканчивать. А, это толкать, понял. В принципе, здесь кооп режим бы хорошо зашел. Ключик. Ключик. Так, сюда нужно вставить какую-то штуку, чтобы крутить. Вопрос, что? Здесь ничего. Где же мне найти? Может, здесь? Что, мне обратно идти спускаться? Что, опять контрольная точка? Ключ для этой двери, я понял. А что вставить-то, крутить? Ботинок? Ну, вряд ли я его наверх затащу. Ладно. Давайте осмотримся повнимательнее на чердаке. Может, здесь другой подход нужен вообще, не то, что я думаю. За ноги ты тут не цепляешься. А что так? Паскуда. Это же труп? Это же труп? Я надеюсь. Что сейчас не начнется движ. Подожди-ка. А если мы туда сходим? Что там такой туман? Я думаю, может, там как раз шляпка первая какая-нибудь лежит? Нет? Ну, на нет и сюда нет. Чё ж теперь? Я думаю, сейчас ключ возьмем и на этом закончим. Как раз хороший момент будет. Ну ты какой же ты, сука, безалаберный, а? Так. И... Сохранение было только что. Давай.
Номы? Из первой части, эти грибочки? Куда ты меня ведешь? Ты мне что-то хочешь показать? По-любому меня куда-то ведет. Не просто так он здесь появился. Это секреточка. Да? Их же, по-моему, обнимать надо было, да? Что-то такое с ними надо было делать. Куда ты? Ой. Но он светит здесь. Блин. Ага. Я понял, он просто со мной не синхронизировался почему-то. Так, и чё? Это неужели все секретка? Что-то слишком большая. Походу, это не секрет. Походу, это была часть сюжета. А, сейчас смогу дойти до него. Ну, либо я шляпку сейчас подберу, но что-то как-то слишком много для шляпки, мне кажется, нет? Вот. А, прикольно. А как? А, я понял. Все, я понял. Понял. Блин, заинтриговали меня они этим уровнем. Так. Оп. Почему ном по верхнему уровню не побежал, непонятно. И как все зажглось так быстро? Он же вроде только одну лампу зажег. Что происходит? Хрен, иди сюда. А! Это была шляпа? Надевайте собранные головные уборы в мини-паузы. Это все-таки шляпа была. Это все было ради одной шляпки. Воу. Жестко. А тут срез? Головные уборы. Теперь я грибок. Теперь точно пирамидоголовый.
Наверное, срез. Должен вернуться туда же. Так. Оп. Ага. Ага, да, все, хорошо, я вернулся. Теперь, наверное, надо будет открыть дверь, потому что чекпоинт когда будет? Вот чекпоинт. Сука, его в туалете сидит, да? Ладно, узнаем с вами дальше, сидит он там в туалете или нет, в следующей серии. Сегодня, получается, выйдет только одна, а в следующий день я постараюсь две записать, но поменьше, где-то минут по 30. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте данное видео лайком и канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. Помимо этого, заглядывайте в Telegram, группу ВК и Boosty по возможности. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.